Действие происходит ровно через год после событий, которые были в первой части. В 1994 году страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки, а также были криминальные группировки, которые держали в страхе российских жителей. Рябинины по чуть-чуть стали отходить от событий, которые произошли прошлым летом. Отец Саньки все так же в поисках вдохновения и работы. А вот сам главный герой, узнав о неверности матери, со скандалом уходит из дома, не собираясь больше терпеть угнетающей атмосферы в семье. Женя возвращается из Германии, однако встреча с Саньком происходит совсем не по тому сценарию, который она рисовала в своей голове. Вовка всеми силами пытается подзаработать, чтобы прокормить не только себя, но и отца. А Илья нашел себе девушку по имени Каладриэль, стал толкинистом. Взрослые пытаются выбраться из личных проблем, не зная о том, что их снова ждет серьезный удар ⁇ экономический кризис. А подростки за этот год повзрослели, теперь у них свои заботы и проблемы, с которыми они худо, бедно справляются самостоятельно.